Так, вновь салам алейкум, и почему-то у меня разорвалась трансляция. Либо это интернет, либо это не интернет. Но мне от этого не легче. Или легче? Пишет 11 человек, что-то с ума сошел, видимо. Наверное, он приплюсовал тех к этим. Или для вас трансляция не разорвалась? Он успел ее восстановить или нет? Скажите, пожалуйста. На пару минут легче стало, потому что меня не было. Не, я имею в виду, что пришлось перезаходить в новую трансляцию. Или для вас просто повисела эта тема и восстановилась прежняя трансляция? А я играю, такую играю. Думаю, ну ладно, все молча смотрят. А потом херак, и мне написали, трансляция разорвана. Даже трансляция в этой игре решила разорвать мне жопу. Я всегда перезагружаю в таком случае, чтобы исключить проблему со своей стороны. Ну я просто этот смотрю-то в целом в основном в телек, там-то у меня ничего не этот, и он мне потом написал, трансляция разорвана. Я такой. Мама, у меня даже когда интернет отлетал, было такое, что PlayStation считал, что трансляция продолжается, хоть здесь она уже была разорвана. А здесь. О! Петушара! А сейчас он что-то нет, написал, что разорвано. Я такой, бля. Бля. А чё за курятник? Ай, да ёб твою мать, ты чё, угораешь? Я нажал ударить, он что-то катается. Я даже кружок не трогал. Ой, сука. Но не, а почему 1-0? Я убил петуха там на горе. Еще двух здесь. То есть 3-1 получается. Ой, блядь, здесь же не пройти. Я не выпрыгнул на них хитро сбоку. Ай-яй-яй-яй-яй, тихо. Тут еще какие-то петухи меня пытаются зажать. Да чё ты, блядь? Чё он стоит и в локоть себе смотрит? Чё за прикол во время боя подебать? У, сука. Воскреснуть? Падла. Умри. Так, ну петуха, к петухам я не хочу возвращаться, я понимаю, что они мне как нефиг делать порвут. Против щитов помогает топор. Ты чё орёшь? Всю деревню разбудил, дебил. Надеюсь, петухи не сагрились на этот крик. Сагрились, блядь. Он умудрился позвать петуха на помощь. А у него такая часть лица и была захреначена этим драконьим поветрием. Или из-за моих смертей это подбавляется.
Или на визуал моей смерти не сказываются. Тихо, я хотел сначала тех ребят у ворот шатануть. Я не понимаю, почему в играх, чаще всего в соусах, если у врага тяжелое оружие, то удар в него почему-то тоже не шатает его баланс. Прямо основательно. Говорю тебе... Сейчас, погодь секунду. Так, стоп. Говорю тебе, Петр не про... не пропоет петух сегодня, как ты трижды отречешься, что не знаешь меня. Ладно. Что я могу на это еще сказать? Как скажешь, снеговик. Из-за крови дракона Метина появилась. Тебе Эмма хотела об этом сказать, но ты ее проскипал. Нет, я понял, что сама отметина появилась. Я имею в виду, увеличивается ли она из-за моих смертей. Типа из-за моих смертей умирает от драконьего поветрия. А сама отметина увеличивается. Просто, по-моему... Или он просто перепачкал лицо. Просто, по-моему, ее стало больше. Ее она стала больше. Вы телохранитель юного господина? Почетный сеноби, эти гнусные бандиты ищут молодого господина. Они уже забрались на холм и подожгли поместье. Молодому господину, кажется, некуда было бежать. Умоляю вас, Синоби, пожалуйста, спасите молодого господина. А, понял. Просто выглядит, как будто не в крови, а в муке. Наверное, он свежего снега нюхнул и перепачкался весь. Бля, благородные Синоби. Синоби были наемниками. Благородными они точно никогда не были. Если это не анимашки. Хотя даже не во всех анимашках они были благородными. Если вы сыновья молодого господина, слава же ты ему послужил, как только все началось, у тебя и след простыл. Только не говори, что это ты их привел. Очень уж вовремя напали бандитов. Обычно это время мы с ними без труда справились. Да это точно ты. Чтоб ты сдох, предатель. Давай, выйди в лицо мне, это скажи. Прошу вас, старайтесь не шевелиться. Разберите, нет, я должен идти. Среди бандитов затесался охотник на Синоби. Очень опытный боец. Если я не сражусь с ним, я вам запрещаю, вы не в том состоянии. Еще одно чеховское ружье. Так это получается не играет, уже какая-то чеховская оружейня. Так. Ой, я, кстати, уже прокачался. Надо было этот Михуири выучить. Ты стучишь, ты меня типа пытаешься напрячь? Ах ты, падла. Не бей меня щитом. Самое время, кстати. Да походу. Ну, ты будешь что-то делать? Спасибо, я не это имел в виду. Я имел в виду глупо открываться. Да, сука. А, сука. Да, блядь, он вообще не хочет открываться. Что мне с ним делать? Падла. Я почти его шатанул.
Ой, да бля. А можно еще более? Короче, а я его почти убил. Что мне с ним делать? Он не хочет открываться, и все тут. На. Козел. Кто кроме меня тратил петарды на щитовика? Ой-ой, там уже кто-то, кого надо убивать дважды. Лучше иди отдыхай и прокачайся дальше. Дальше мини-босс. И мне потом опять все вот это вот надо будет проходить, пробегать. Там враги, там лучники толпами. Там же очень далеко этот костер почему-то. Ой, я восстановил петарды сразу. Тактика быстрых ног. Да, блядь, тут как-то лучники быстрее ног оказываются. То есть в этой игре плохо работает, что быстрые ноги пизды не получат. Что-то получают. Так, ладно, изучение навыков. Михуири. Бег и скольжение. Дает навык бег и скольжение. Это умение синоби позволяет переходить в присед из рывка. Скрытное присутствие. Щитовиков убивать придется, блядь. Здорово. Так. Что из этого дальше полезно? Максимальный запас эмблем духа. Вроде звучит полезно. Сражение, атак в прыжке. Бег и скольжение. Скрытное присутствие. А еще навыки будут или это все? Ладно, давай. Ну... Так. R1 удерживая, L1 применить выбранное боевое искусство. Удерживая R1. Эй! Ой! Ой! Я исчез, все, ты мне ничего не сделаешь. Так, переместиться в разрушенный храм. Ну, пойдем посмотрим, что там, кого там. Так, сейчас, секундочку. Так, доступно новое обучение. Это хорошо. Как-то очень много обучений для игры фромов. Обычно она тебе говорила, вот, смотри, это пиздюль. Дальше с этим делай, что хочешь. Контратака Микири. В таком случае я буду твоим противником. Спасибо. Синоби может вовремя заметить атаку выпада и нейтрализовать ее, прижав ногой оружие противника к земле. Это эффективный и рискованный прием, сильно снижающий концентрацию врага. Так, а как его применять? Как ее применять-то? Выполните контратаку Микири. А, рывок на противника, я понял. А то что-то просто написали кружок, и ладно. Ай-яй. Жестко, вообще жестко. Мне нравится.
Но это действует только на выпад. А все остальные атаки так бросаться не надо. Так. Джентльменский набор Синоби. Инструменты не поставил. А что там, что-то полезное было? Так. Я из-за того, что сам себя вижу, не вижу, что там, блядь, в телепорте написано. Знаки проветривания. Так, ну вроде семечек у меня больше не было. Куда делась служанка? А, она рядом с этим сидит. Чтобы он не сдох. Огненный клапан. Встроенный топор. Тайное учение стиля протеза. Книга, в которой описаны техники, применяемые... Применение протеза Синоби дает возможность изучать навыки из раздела стиль протеза. Типа у тебя есть теперь прыжок против круговой атаки Мекири от выпадов. Все остальное блочь уворачиваясь. Так, кнопок становится все больше, я этот. И кнопок, и действий. Принеси мне образцы крови других больных драконьим поветрием. Я смогу больше узнать о болезни. Встречу больного, попрошу помочь. Или заставлю его сдать кровь прямо мне на клинок. Короче, все равно гриндить придется, да, чтобы этот навыки качать. Блин. Не то выбрал. Переместиться. Там за воротами что-то зашевелились ребята. Услышали крик, видать. Ну там же наверняка и пассивки какие-нибудь будут полезны. Так, я вдруг подумал, что если топор у нас сделан от щитовиков, то его надо отчет боевого искусства, атака вихрь. Единственное, что мне из всего описания секира не понравилось, так это отсутствие шмоток. Ай-яй-яй. Так, ну-ка давай посмотрим, что делает топор. Вот это. Понял? Ебать, он две штуки отстегнул. Но это было, да, ультимативно против него. Но две штуки отстегнул. Так, ты сюрикен, петарда. Оставимся на петардах.
Пошел вон. Так. Ай, сука, тут надо было прыгать. Если не спамить особо, то такое не жалко. Ща. Ай-яй-яй-яй, тут надо было на него бежать. Да ёп! Еще какой-то козлина прибежал. Да тихо! Это было плохо. Запинали, как ребенка. А, поветрие, торговец с воронами. Да. Не повезло этим ребятам, что я... Что сегодня я за синоби. Да я понял, что надо было на него дернуться. Но я что-то отвлекся. В жопу щитовиков. Где этот дурачок? Все, видишь, щитовиков можно не убивать. Слушай, да нет. Пока не убивал всех. Я ж добрый. Я иду по пути пацифиста. Они меня все равно заметили, сука. На! Ой, понял. Я тебе микуири, блять, 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 тихо, 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 тихо. Ай! Вот вовремя ты, мразь, конечно. Да еб... Хм. Вышло не очень. Тут слишком много вот этих ребят, они меня, блядь, напрягают. Я не люблю, когда у меня за спиной еще кто-то крутится. Блядь, шикарно. Шиноби просто пушка не может. Тихо, тихо, да ёбаный стыд. Это было плохо. У меня сейчас поветрием заболеет даже Миядзаки. Так это будет плохо проходить. Вот дали мне того великана, на котором ты говорил, что надо много времени проводить. Мы с ним один на один попинались, и все, с третьего трая он ушел. Не, я не говорю, что игра плохая. Чё сразу плохая игра? Говно. Это что-то между этим.
Оно лечится, можешь не обращать внимания на него. Это этот Just Cause и Бэтмен из Arkham серии, где у них были крюк-кошки. Просто в блевотных тонах. Сидеть на месте. Да ёб, ты чё? Серьезно? Не успел. Да ёб, куда? Подожди, тихо, тихо, тихо. Куда я рванул-то? Я не жмякал вперед. Так, надеюсь, нас больше не будет отвлекать. Я и так туповатый для всего этого. Да ёб, я нажал. Стопудово это делал вовремя. Это все игра Миядзаки неправильно работает. Все, давайте, не отвлекайте. Ай! Так я же мастер соус-лайков, просто если игра не говно. Бусина, так, стоп, это третий трайбл? Или четвертый? Я запутался. Ну, я так понимаю, когда до первого босса. Когда я до полноценного босса дойду, мне жопу порвут, да? Я буду думать, как классно было на мини-боссах. Никакой напряги. Сейчас небольшую передышу. Какой благородный Т9 предлагает слово трая заменить на тупая. Так. Мне кажется, надо какие-то человые игры стримить. Такие. Стратежки пошаговые. Чисто сидишь, спокойно куришь. Не надо думать, что, блин, я бы сейчас курнул, а там надо что-то делать. Так, 13% уже шанс. А я могу, да, довести этот драконья поветрие до того, что этот торгаши не будут со мной торговать из-за того, что умирают от болезни. То есть в моем случае засрать себе прохождение получается. Ну, сука.
Его потом вылечить можно. Нормально. Хорошо. Тоже забавно довольно в этом плане. Это когда в Hellblade Senua's Sacrifice говорят, что вот, какая-то смерть может стать финальной, а потом такие, да не будем этого делать. И тут вроде как драконья по ветре распространяется, всем звезда, но есть нюанс. Да ёп! Огонь! Не, это нихуя не огонь было, ребят. Умри! Масло. Ну, видимо, чтобы горели, да? Вряд ли это сливочное. О, там что-то есть. Как туда попасть? Порошок огнестой, понятно. Это я уже видел. Да и название говорящее, конечно. Так он бежит почти как гейша. Ах ты, сука. Я помню, что вроде как было на одного больше лучника, но я могу удары эти парировать. Снеговик, если ты тебя интересовало, что такое дрын, вот это дрын. Да, я успел его затыкать. Да, ёп, идите вы лесом. Ну, вроде немножко даже подбивал. А, он же здесь плавать умеет. Я такой думаю, сука, вот туда вот идти, зачем? Как выйти? Интересно, там есть что-нибудь стоящее того, чтобы спуститься? Что-то там все-таки есть. Сука, Миядзакич, что ты с нами делаешь? Пойдем посмотрим, что там. Лекарство. Ядовитый порошок, издавна используемый синоби клана Асина. При принятии внутрь накапливает слабый отрицательный статус яд. Приняв небольшую дозу яда, вы защищаетесь от всех других видов отравы. Ничего не понял, но очень интересно. Ебать, это что, нарвал? Тут еще и с рыбами воевать надо. Я так понимаю, мне отсюда и обратно и не выйти просто так, да? У меня даже дрожжей нет. Карпы для сашими. Да, даже не знаю, шутка это или нет.
то не удивлюсь, если из них сашими, блядь, выбивается. Реально, он бегает как гейша, такими маленькими-маленькими шажочками. А он что, прям в воде нормально дерется? Ну, типа, судя по всему, карп-то вполне себе недружелюбен. Спайдермен, Спайдермен. Есть дружелюбные и злые. Карпы разные бывают. Карпы бывают разные, точнее, так надо было это перевернуть. А! С батей лучше бы пообщался. С чьим батей? Где пообщался? Ты же понимаешь, что я типа этот... Не то чтобы кого-то избегал. Типа, если бы ты мне про того торговца на скале не сказал, я бы и не узнал. В горячем доме тебя батя ждал, шашлыки готовил для тебя. Ну я ж откуда знать? Я увидел огонь, думаю, ну в огонь лезть не стоит, особенно с моим-то количеством хп. Вообще, затея будет бедовая. Я обошел. Как мне казалось. Еп, встать их тут. Уходим. Синоби делает. А он перестался. Так. Сейчас я это пересрался. Еп, встать. Блять, куда выходить-то отсюда? Шашлыками переборщил. Да ладно, еще и какой-то монах опять. Сука, 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 сука. Я вообще куда забегаю? Мне кажется... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Я подобрал шар воскрешения. Возможно, я смог бы себе одну ячейку воскрешения остановить. У, сука. Так. Да ты заеб стал. Миядзаки, блядь, любит этих лучников, которые будут тебя просто скашивать хер пойми откуда. А. Понял. Ну, я просто, типа, реагировал на название, так сказать. Ой, идите лесом, все, я пошел купаться. Где мой карп? Но мой карп. Минус карп. Драгоценная чешуя. Для обычного человека это лишь красивая чешуя, но по слухам есть поклонники некого совершенства, что ценят эти чешуйки чуть ли не выше всех ценностей мира. Лучше приберечь их на случай встречи с ними. Ясно. Какой
такое удалое у нас, конечно, Синоби. А, понял. Что ж ты мне сразу-то не сказал? Ой, кажется, он меня заметил. Не знаю как. Можно будет потом к торговцу сгонять. Ты его в начале локации пропустил. А у него есть что-то полезное? Ну тогда и хер с ним, зачем? Сука, запарили эти лучники. Четвертый лучник куда-то сошкерился. Я знаю отличную идею. Вот это точнее, у меня есть идея. Для общего развития показать все равно надо. Показать, где обычно прячут торговцев. А, вот он, батя. Я его даже не увидел, блядь, он выглядит как этот камень. Кажется, это была ошибка, и, возможно, годы все же взяли свое. Не пытайся лечить мои раны, бессмысленно, слишком поздно. Оставь меня, иди. Волк, ты должен взять это. Ключ от потайного храма. Нормально, я просто его, блядь, с камнем перепутал. А он еще ключ дает. В поместье. Курева, ключ к тайному храму. Ты найдешь его божественного наследника. Спереди ты не пройдешь, там огонь, не пробраться. Понял, возможно, если... Так, что происходит? Огня стало больше. Это, короче, один стример. Стример, фу. Фу, что за. Уже начал каких-то ущербов обсуждать. Один блогер. Типа проходит всякими разными способами соус-лайки. А, понял. Вот. И он, ну, типа. Очень качественно делает, как это называется, монтаж. Прикольно, прям как будто ты кинчик смотришь. И явно он очень сильно вдохновлялся Тарантино и тому подобными. И в одном месте я угорел с того, что он типа такой начал разговаривать с этим в Элден Ринге с Рожером. И Рожер такой, типа... Я такой же, как и ты, погасший. Но в отличие от тебя, в диалогах мне не... У меня не отбирают кнопки управления и переката. И в этот момент просто начинают гасить этого игрока. Пока он, типа, болтает с Рожером. Вот здесь было что-то похожее. Ну, батя... Пророк, как сказал, так и будет. Сказал огонь, тут же огонь. А теперь он должен сказать, деньги должны сыпаться с неба. Попроси, пусть скажет. Но... Всем новинки, и чтобы у всех не лагало. Так.
Так, мне очень не понравилось то, что я так и не понял, куда мне отсюда выйти. Там какой-то тупик, судя по всему, но это не точно. Возможно, что там какой-то проход. И я побежал сюда. Сюда тоже было больно. Да, господи, можно, пожалуйста? Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Ай! Суки. Ай-яй, подставился как тупо. Ну-ка. Ай-яй-яй-яй-яй. Да ты, сука, хватит меня попадать. Да, там есть проход. Но, видимо, к тем монахам не стоит плезть. Что ж, не полезем. Что ты орешь? Все спят. Давай тоже отдохни. Можно мне где-нибудь этот... А что, с них что-то падает, интересно? Что-то я поднялся, по-моему, на такую высоту, с которой лучше не падать к ним обратно. Ну, не к ним, а в колодец. Кошелек вроде, а зачем тогда их раскатывать? Типа то, что валялось на полу, я вроде и так подобрал. Большой кошелек. Звучит полезно. Догоняющий удар дает навык догоняющий удар. Это умение синови позволяет использовать определенные инструменты в протезе, мгновенно сократить дистанцию до врага и атаковать его мечом. Применимо к атаке инструментами. Встроенный сюрикен, петарда синоби и что-то еще. Я так полагаю, что это полезная штука. В отличие от того удара кругового. Дает навык атака с крюком. Это умение синой позволяет использовать крюк, чтобы одним движением подлететь к врагу и выполнить атаку мечом. Процесс синоби отлично подходит для того, чтобы совмещать перемещение и атаку, не расходуя энергию зря. Вот это звучит. Вот это теперь звучит полезно, да? Да, не потестил. Я еще и не отдохнул у костра. А я один раз попробовал, анимация оказалась такой долгой, что я пиздюль получил и что-то все забыл уже об этом. Но мне кажется, подлетать на этом, на крюке, вполне себе полезно. Они все такие, what's up? Вот
Ой, зям! Тихо, тихо, тихо. Ребята, потише, потише, потише. Да ебать, у них стрелы вообще, блядь, как пули летят. Охуенно. Сам решай, будет ли он тебе полезен, тут уж как каждому нравится. Удар с крюка полезный. Ну вот я и подумал, да, что типа удар с подтягиванием, мне кажется, может быть очень полезен. Ах ты, суп! Ты видел? Ты видел? Не, ну ты видел? Да понятно, что не запрещают. Я забываю. Я начал атаковать, он просто меня прервал на раз-два. Так, надо что-то пойти восстановиться. Все пошло крайне так себе. Уай! Пять лучник. Заблудился. Давай попробуем атаку с крюка. Изучение навыков. Атака с крюком. Гипстать тут, конечно. Лекарство дает пассивный навык, усиливающий эффект лечебных. Короче, по сути, все надо качать, да, чтобы этот. А, подожди, атака с рука где? Она разве не должна была попасть в боевое искусство? R1 при перемещении с крюком атаковать с крюком. Так, сейчас сообразить. Я сейчас попробую сообразить. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Красава. Не, я пытался, но я все равно что-то не догнал. Сука. Ай, 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 тихо, 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 что началось-то? Да блин, я нажимаю выпить, он пить не хочет, шиноби. Все, видимо, завязал. Не, я не, что-то все равно не докурил, куда, как использовать атаку с крюком. Так. Давай. Не забудь этот зафоловиться, чтобы потом не пропускать. После него будет первый и один из самых интересных боссов игры. Ты меня почти заинтриговал.
Главное, чтобы не обезьяна, как в этом. Как есть секира и как у них украли эти. Блять. Как он назывался-то? Вулонг. Так. Божественное конфетти, конфетти с благословением, позволяющее изгонять призраков. На макаке еще долго, очень. Хорошо. Изготавливается в ходе специальной... Как боги благословляют воду перед... Понятно. Это, короче, против каких-то призрачных врагов. Так, а как использовать... Атака с крюком. R1 при перемещении с крюком. Атаковать с крюком. Использовать инерцию при приземлении, чтобы провести мощную атаку мячу. То есть это то, что я просто могу после использования крюка нажать R1? Я думал, он будет подтягиваться к врагам каким-то чудесным макаром. Ну, не чудесным, технологическим, наверное, все-таки. Блять, мне куда вообще двигаться? Я ничего не понял. О. Бля, это у меня так в голове упрочно уселось, что в соус-лайке вода — это смерть. А ты не прост. Вон как далеко зашел. Для бродяги ты опытный синоби. Мой долг — защищать молодого господина. Господина Куро. Господин Исин никогда не простит мне неудачи. Сразимся же вместе. Воооо! Какой-то огромный этот. Почти буцефал. Ой, мне не нравится. Чё на нас так много народу вываливают? Еп, встать он меня воткнул. Бля. Как вовремя я воспользовался навыком. Я встать. И тот умер, и я умер. Такой себе помощник из этого самурая. Так. Ну вас нахер, ребята. Так, лучника отщелкнули. Еще одного отщелкнули.
Ой-ой-ой. Вообще какая-то подлость величайшая. Так, иди со здоровым бортуйся. Ай-яй-яй, как не вовремя я увернулся. Но Shadow Die Twice. Вау! Ай, ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Ну ладно, это только второй трай. Пока что все хорошо у меня шло, у меня только с третьего трая с мини-боссами. Хотя наверняка с этим мини-боссом будут проблемы, потому что вокруг него всякие бомжи тусят. И для меня это плохо кончится. Понял. Но я сюда пришел сражаться на мечах, как синоби. Да ёб, вот это было подло. Ты не видел, что я с другим дрался вообще-то? Ай, да? Почему он так быстро восстанавливается, этот баланс? Ай-яй, это ж надо было перепрыгивать, точно. Я помню. Так, ну, видимо, теперь мы идем на четвертый трай по мини-боссу. Такой, конечно. Интересно, почему самураи вымерли, да? Да ёб, тихо, тихо, тихо. Чё за напасть-то? Этот яд еще и того не лупит, да? Шикарно. Они, видимо, к воне этого здоровяка уже привыкли. Что это, самурай уже отъехал? Бравый солдат. Yeah.
сука, надо было прыгать. Бля, да это да, ебет только мой баланс. Хотя вроде казалось бы. Ай, вот это тоже надо было перепрыгивать, судя по всему. Он еще и меч отравил. Еби топором! Нет, не особо это на нем сказалось. Ай-яй-яй. Блять. Даже до огня не дошел, он меня все равно задело. О! Что началось-то? Сука, они оттуда еще стреляют. Ну ты мразь, конечно. Так, быстренько шелупой раскидать. Ай-яй-яй. Да тихо ты, блядь, кусок говна мелкий. А где у него ХП, я вообще не понимаю. Так, я походу разъебал. Ой! Под вебкой ХП? А, я понял. Все. Да, я просто ее тоже, к сожалению, вижу, она мне за... Ой. Закрывает происходящее. Да ебаный стыд. Чего вас так много? То типа мало мне одного мини-босса. Пускай там будет еще ебать 20 бомжей. Почему у меня есть топор? Да, да, я понимаю. Я просто надеялся, что этот самурай как-то подольше будет всех отвлекать, и я успею разобрать жирного.
Но все пошло не так. Так. Ай-яй-яй, меня там в спину кто-то пытается прижучить. Ай, сука, как ты меня-то задел? Ай-яй. Блядь, мой баланс просто сразу с первого удара вышел из чата. Блин, не то. Сука, как ты долго-то кастуешь? Так, а почему он обратно вперед отпрыгивает? Это у меня, блядь, опять стик какой-то глючит. Ой-ой-ой. Эй, бомба. Я серьезно не дотянулся. Ну пушка. Понял. Я ж не знаю, как это еще работает. Я пока только это разбираюсь. Вот. То я разобрался. Если в меня попадает меч, я умираю. Подожди, у меня же еще одно воскрешение было. А, наверное, воспринялось, что я блок нажал, типа, я хочу умереть. У, сука. Так. Давай, да. Я не так просто, ты тут что стоишь? Да тихо, ёб твою мать, ты куда отключился? Так. Да блядь, что не так-то с этим шиноби ёбаным? Он, сука, в спину просто комбинацию не смог провести. Блядь, не то. Я случайно переключился, ну ладно. Так, ты не мог бы этот меня не поджимать? Я немножко пока в напряге. Блять, этого самурая уже раскатали. Помощник из него, конечно, ну такое себе.
Я так и планировал. Вот это тоже. Для, блядь, сближения. А почему смерть срабатывает? У меня же два воскрешения есть. Я что-то не въехал. Или они так быстро не работают? Что происходит? Что не так? Два подряд нельзя, нужен смертельный удар. Понял. А парировать его удары можно? Этого здоровяка жирного. То есть это... Пока что это только мой баланс нахуй отправляет. Можешь попробовать сначала мелочь в крысу убить, а потом с самураем ж. Так я пытаюсь вот вообще, в принципе, хотя бы не в крысу, хотя бы просто как-то разобрать эту мелочевку. Блять, не то. Я путаю кнопки, сука, хватит меня толкать. Ебать, у меня почти все хп снес своим щитом. Максимум реализма, да? Он просто толкал щитом, а у меня просто отлетало от этого хп. Да ёбаный в рот, я отойти хотел. Заебательски. Воскрес! Надо для начала привыкнуть к управлению, потому что треугольник, который во всех соусах сначала использовать магию и все такое. Здесь просто переключают протезы. Это получается, Devil May Cry 5 спиздил фишку у Секира. Разные протезы с разными возможностями. А ну-ка. Интересно, он позвал всех остальных или нет? Вот этот позвал. Надеюсь, не успел. Или успел. Жирный где-то внутри. У меня плохая крыса, видимо. Погнали. Ты нужен стране. Да тихо, блядь! Сука, да что за уволень злоебучий? Ай, блядь.
А ты гонишь. Там щитовик где-то орёт. Все, самурай отъехал. Гори. Так. Судя по всему, да? Он еще жив. Ты еще чуть-чуть жив. Пошел вон. Да, господи, там же должен был быть летальный. Аллилуйя. В смысле? А, сука! Мразь! Я думал, что 0 хп это смерть. А у него и здоровье две... Сука. О, так. Это будет сложнее, чем я думал. Ну-ка. Почесали ему подмыху и отходим. Нет, нет, нет. Это, сука, будет сложно. Да, нахер лучше этот. Дал-дал, ушел. Ай-яй-яй, от этого надо было перепрыгивать, точно. Я вспомнил. Да тихо ты. Агрессивный парень очень. Не надо так. Так. Щитовик в какой-то веке что-то решил сделать. Немножко сактивничать. Да, я, пожалуй, отойду. Ебать, у меня почти весь баланс выщелкнул. Жестко. Отходи, блядь. Сука, дегенерат. Этот пуч еще долго вонять собирается. Вот так я. Ой. Ебал мой баланс. Нет, сука, нет. Я надеюсь, я сейчас воскресну. Ой, бля, это, конечно... Очень, да. У нас больше нет права на ошибку.
Ай! Все, я запомнил это прыгать. Ай-яй-яй, сука, это прыгать. Почему я забыл? Ой, бля. Ай, нет. Ну, сука. So close. Драться хочешь попробовать? А? Нет желания. Как так? Холод бы, наверное, был бы счастлив, смотрел бы, как тут Лися этот проходит. А? Он эту игру 7 раз проходил? Я не знаю, зачем у него спроси. Ему понравилось, говорит. Клевая крыша, тут куча таких. Из клинка? Ну, блин, может, потому что Япония? Не, у меня есть чем косить траву. So close, no matter how far, can't be much more from the heart. Ай, ладно, пойдем в лобовую. Какая разница, толку от этого придурка тоже нет. Все, затолкали ему в глотку клинок. Рассекающий бомжей. Потому что они тут что-то все голые ходят. Сука. Да ёп! Это Дуэйн Скала Джонс. Не, это бутылка. Прибухивающий. Да, они там отвлечены. Да как ты меня-то еще при этом умудрился попасть? Все. Так. Так, меня перестали отвлекать, можно и с боссом подраться. Вроде перестали. На тебя в пачку. Блядь, почему он не загорелся? В принципе, и не должен гореть, да? Ай-яй! От этого надо было подпрыгивать. Я вспомнил. Я вспомнил, сука, как это работает. Охуенно. Поветрие, испуганная женщина. Я раздаю всем бесплатные поветрия. Блять, что я сделал? Потратил бутылку на месте. Прелюдия к боссу, ну... Да блин, если бы вокруг бомжей не тусили, может, мне как бы и было бы попроще. А то я пока этих бомжей разбираю, уже ресурсы потрачены. То есть как бы, ну такое.
спору нет, там, наверное, кто-то то в легкую раскидает всю толпу и этого сверху. Вообще, ебать, в no damage. Но кто-то, но не я, потому что я еще этот... к местным таймингам не привык еще и механики не дозубрил. Мне до сих пор кажется аномальным отбивать такого размера меч. На такое только Пайпер Перри была способна такие мечи выдерживать. Блять, этот самурай попытался и мне, походу, сверху бошку отрезать. Да фу, ёпту. Навонял, не видать ничего. Проил, сука. По старым традициям Миядзакича, блядь. Охренеть, как долго длится отравление. Любит он это говно. Да ты, блядь, будешь попадать? Ай! Ты откуда взялся? Мразь. Так, у него еще пол хп есть? У меня есть два выстрела. Огнем. Пошел нахер. Козел. Да ёп. Так, у меня с балансом беда. Нет, это вышитало мой баланс, не его. Опять это не так сработало. Да ёп, я нажимал прыжок, отвечаю. Опа-на! Давай, 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 давай! Минус одна жизнь. Ой, вряд ли мне это поможет, конечно. Ну давай, давай, чё там? Ой, 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 ой! Как-то было плохо. Еще нос чешется. К пиздюлям. Вонючка, прекрати. Нет. Недостаточно, блядь, вовремя нажимаю я, походу. Нет, отходи, отходи. Все, восстанови баланс. Торопиться нам некуда. Будем оттягивать нашу смерть.
Вот он, сука. Нет, я нажимать. Мразь. Да, надо было Dark 3 брать, там хотя бы было бы легко. Так. Бля, у меня потом эти ресурсы закончатся, и я уже не смогу вот траить со всеми этими своими святыми крестами и так далее. Надо что-то менять тактику. Да ёб, ты можешь? Что-то косой ты такой. Splinter Cell? Ты ли это? Меня очень прикалывает, как ты спрыгиваешь, и тебя сразу все находят. Давай, дядя! Иди сражайся. Да ёбаный стыд. Да бесит, блядь. Сука! Умереть. Что за, блядь, уёбство? Так. Так. Да я. Опа! Все, тебе меня не победить. И нафиг. Да откуда там орут? Вы откуда, блядь, беретесь? У вас там что, респаун?
Мне не хватает удара в этот, в прыжке. Дай ее. Ой, не подходи близко. Это плохо кончится. Уиу. Да ёп, я ж нажал. Сука, дегенерат. Я нажал на протез, но он болт на это положил. Ай-яй-яй. Уительно. Надо было вот настолько тупо не ту кнопку нажать. Так, лучника убрали. Да, блядь, как меня задевает нахуй тот, кто бил не меня. Заебал-то куча мала. Да как вообще происходит? Что за нахуй ересь? Ты подошел, и тебя задело атакой. Хотя ты, блядь, даже у меча не был. Ой-ой-ой. Да иди ты нахуй, ты чё, блин? Сука.
Мне бомж пизделей дает. Помогите. Что не так? Как я до сюда дошел, если меня бомж запинать может? Так, тихо. Я не понимаю, кому больше там сносят баланса мое парирование. Сейчас точно мне. Я заметил. Так. Сука. Ой-ой-ой. Опасность. Ай-яй, ай-яй, не та кнопка. Так, тихо. Ай-яй, это был не нижний удар. Я понял. Был болезненный удар. Опять рано. У меня что-то либо рано, либо поздно я нажимаю эту защиту. Это парирование. А я о чем? Давай уже. Хуя. Ай. Это было максимально тупо. Так, первый пошел. Не дотянулся, да, он огнем до него? Сюка. Ну все, нет хилок, нет этих... Как они называются? Нет всяких амулетиков. Ай! Нет! Нет жизней. Нет смерти. Ничего нет. Есть только боль. Ну, как ни странно, несмотря на то, что он меня убивает, в комнате пока температура вроде не растет. Либо Лися потихоньку этот батарею перекрывает и этот, балансирует между моим нагревом и обогревом жилища в целом. Так, ну давай, самурай. Покажи, чему научил тебя господин Исин. Да умирай. Стоит там, блин. Что? Мечтает. Все, следующий. Нет, этого не надо. Где? Ай-яй-яй. Тогда я тупанул. Не ту кнопку жать.
Ну, переключись, там уже был другой. Сука. Почему он не переключался между врагами? Я вообще не понимаю, что с этой игрой не так. Не получается у меня никак вышвырнуть его из баланса, мои идеальные парирования не работают в этой игре. Походу игра сломанная. Так. Обломись. А, сука, это что за третий удар? Ты откуда такое вообще взял? Понятно. На. Перекури. Ой-ой-ой. Я увернулся, это просто чудо какое-то. Не иначе божье провидение. Ай-яй-яй-яй-яй. Оно перестало работать, кстати. Ай-яй-яй! Я же так идеально парировал. Или толку, да? Это даже ни на секунду не останавливало его атаку. Мама, мой баланс, конечно, ебёт. Точно, что какой-то бомжиглист заметил, что тут драка происходит. У меня такое ощущение, что я не вовремя делал парирование. И это больше приносит мне вреда, чем пользы. Супер. Для людей с реакцией пива помогает тактика спокойного спам-блока с интервалом чуть меньше секунды. С реакцией пива? Что значит реакция пива? У меня дрожжей нет, масла нет, все, дотраил я босса. Фармить я тоже не пойду. Окно парирования примерно 0,4 секунды после нажатия блока. Он не
следующий стоп. Ну, я понимаю, что нужно ближе к удару нажимать. Я не знаю, просто мне иногда страшно, что я пропущу, я нажимаю рано. То я такой, надо позже и поздно. Пока что этот... Никак не свыкнуться с тем, когда вовремя. О, появилось масло. Оп. Ну и самурай отъехал. А, не отъехал, прикинь. На тебе. На тебе. Ой. Не под тот удар я прыжок нажимал. Вот это вообще, это как, это вообще, ой-ой-ой. Улетно мы первой жизни мы снесли. Дед еще жив. Нет, 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 пожалуйста, не умирай. А, хотя да, у меня же воскрешение. Все равно не умирай. Да ёп! Запарил тот сумаи с саной. Кажись, он нашему волку хребтину сломал. Вот теперь... А, нет, еще жив самурай, прикинь. Да ёп, ты как это делаешь? Мразь, блядь! Я же ровно у него за спиной был, как он меня, сука, задел. Тварь. Все так хорошо шло. Давай быстрее, раскатывай. Ну давай, блядь, ты косая хуйня. Да нет у меня маслица. Да, он тоже срать что-то хотел в этот раз. На то, что его поджигают. Блин, мне казалось, что я своевременно нажал, но что-то это вычитало мой баланс. Приблизительно настолько же, как и его. Да ёп!
Заебал. Нахуй. Да, бля. Да? В рот топтал, что там кто-то что-то поджигает. Все, вот уже и крестов у меня не предел. Размотал я свои знаки для протезов. Давай, дед, не отъезжай. Давай, давай, дед, накидывай. Блядь. Не, не то, стоп. Все, дед отъехал. Ну. Дед не помощник получился. Так. Сука. Нет, там раз.
Охуительно! Стоп, кстати. Аж, наверное, навыки какие-то есть. Больше жетонов с собой. Скрытность. Нет. Вот здесь, по-моему, должна была быть. Да, улучшение лекарства. Улучшение лекарства, наверное, нам сделает... Сослужит добрую службу. Но я не уверен, что мне это поможет. Тут не было расчета на ракалов. Так. Почему нельзя было сделать, чтобы здесь был только мини-босс? Зачем эта толпа бомжей здесь? Да, так. Так, сейчас холод, погоди. У тебя мальца длинное сообщение, оно не влезает. Ай! Тихо, тихо, тихо. У меня ваши сообщения позакрывали там, ну вы сами видите, там сейчас, по-моему, на трансляции отображается. Где их видать, а где не видать. Да иди ты нахер, ты, блядь, что за тупорылый шиноби. Ты еще, блядь, из-под ноги мечом своим ебаным ударь. Да сука ты, блядь, просто крестьянину нахуй в оборванному проигрываешь, блядь, в скорости атаки. Великий, блядь, воин. Да иди ты его нахуй, все, заебал. Убивай. Так, что там происходило? Секси охрану, потом делай, вызывай, иначе смысла нет. Кроме того, если раз всех уйти из дома слева, босс отвалит ему, можно снять полоску одним ударом. Первую жизнь можно сбить, если за... Агрить его, убежать и в спину бахнуть аккуратно. Ну или страдать в лоб дальше. Где вы раньше были? Миллион трайв назад. Про то, что там его можно в спину ебахнуть или еще что-нибудь. Или вы так в меня верили? Адя! Адя! Так. Ёбаный ты шиноби. Дырявый кусок говна. Ой-ой-ой. Нет, нахуй, я сейчас отъеду.
Просто решил, что уже достаточно настрадался. Кроме того, увидел, что начал его грамотно бить. Теперь шанс убийства процентов 100. Ага. Только меня бомжи разбирают, вот. Есть нюанс, так сказать. А я могу этот против его руки использовать Микири? Типа он рукой пытается меня ударить, а я такой при помощи Микири прижимаю его руку к земле и вышатываю баланс. Упс, кажется, они меня все ждут. Не торопись, начни с домика. Слева там за этим домиком сейф за большим камнем. Туда никто не идет. Вот здесь вот типа. Ну, из видимости они меня потеряли. Жаль, отсюда по проходу никакого не видать. Даже через эти не пройти. Кто меня увидел? Кто, блядь, опять меня увидел? А, босс? Так. Убираем нахер лучника. От греха подальше. Ну-ка. Да что происходит? Так вроде, типа, музыка пропала, все как будто бы успокоились. Это не тот камень, да? Или тот? По-моему, тот был выше в два раза. Босс в домике стоит. Бля, ты серьезно? Да я понял, что стрелки должны были пропасть. Я хотел проверить тут босс. Или ребята, которых я могу сейчас расшатать, чтобы они потом не мешались. Великий Синоби. Бля, что не так у него с рожей? Какая-то невыразительно мыльная.
Игра какого года? Каждого. Блин, ну она, по-моему, же не очень старая. А, блядь. Погоди, да. Не, она года 15-го. Она же, по-моему, вместе с Ведьмаком вышла вместе. Я не знаю, почему-то, когда думаю Секира, я такой, ну, что-то свежее. Секира, Bloodborne, Elden Ring, почти одногодки. Или стоп, или вместе с Ведьмаком Bloodborne вышел. Сусима, ну такая. Не самый свежак, но... Чё, прям бэкстап? Ну, это был настоящий бэкстаб. И вы об этом молчали? Да, такие из вас, конечно, друзья. Нет, холод. Ну, от тебя, конечно, я ожидал, в принципе. Ай-яй-яй. Оп, самурай-то отъехал. Какой он недолговечный. Пошел. Я тебя так добью. Ну или ты сам умрешь. Оп. Пошел вон. Неочищенное саке. Бутылка мутного неочищенного саке. Саке нужно пить в компании. Это мутное саке. Один из любимых сортов Исина. Заарбузил, да, осина. А, сам умрет от старости. Ну, нет, скорее от скуки, пока я его травить буду. Не, ну знаешь что же, вы про этот табу знаете, наверное, явно не потому, что этот в Инстаграме налистали, да? От меня скрывали. Нехорошо, нехорошо, не по-братски это. Вот так вот Синоби вырезает дома и пылесосит локации. Господи, он пылесосит. Бля, он пылесосит до того, как это стало мейнстримом этот. Сундук никак не открывается. К стене встань. Ого.
Я бы никогда это сам не дошел. Такой бросит, это не тот миник, с которым стоит возиться, играя так не из легких, и попотеть будет где. Но арбуз-то на него ты все-таки знаешь. А это значит, что... К тому же, блядь, ты ее прошел 7 раз, последний раз шел кулаками. Ты действительно типа такой... Да, все, шляпа это. Бусина. Мне кажется, я набрал достаточное количество, чтобы он собрал себе эти ректальные бусы. Шар воскрешения. Здесь что-то всех тоже порезало, покромсало. Мне было жуткое видение. Он выходит наружу. Выходит. Выходил и входил. Конца края не было видно. Молодой господин в особняке. Мой сын Иноски отправился спасать его, так что он, вероятно, в порядке. Но ведь все бывает. Возможно, ты нужен молодому мастеру Синоби. Блять, мне комментарии. Прошу, иди к нему. Иноски — это та тетка, которая слепая потом приняла волка за своего сына. Фу, манго. Ужас. Хоть бы кто колы купил, пока я стрим веду. Так. Можно в лоб разносить, но для чего? Чтобы показать, что я папка. Да я и так это знаю. Ну, если только для бумаги. Так, найден идол. Через идол. Пяу. Нанизанный на нитку и подобный идолу резчика бусы. Повышает максимальный запас жизни и концентрации. Четкий из таких бусин. Популярно среди могучих воинов. Я сделался больше хп. С ним будет встреча еще и на второй раз без жопной тактики, с него не убить. Понятно. Как я люблю соус-лайки за уникальных, индивидуальных, неповторимых боссов. Ведь Фромы славились этим неповторимыми боссами. На вашем месте я бы туда не пошел. Ужасный морок. Без щелкающего семечка вам его не одолеть. Возьмите это тут немного, но уж чем могу. Щелкающее семечко, семена, хохлатки. Хохлатки плотные. Если их раздавить, издают громкий щелчок. Он помогает разогнать морок. Если вы видите морок, значит, кто-то его навел. Чтобы одолеть призраков и вернуться в реальный мир, нужно победить создателя морока. В этом могут быть весьма полезны щелкающие семечки. Короче, чтобы понять, что не в Генджутсу, вместо того, чтобы ущипнуть себя за ухо или куда-нибудь еще, он щелкает хер пойми чем. Чтобы показать, что ты про игру все знаешь, так ты не один такой, это бестактно. Да ладно, господи, холод, успокойся. То, что у босса Фрома
Фу, блядь, в игре Фромов боссы повторяются. Это не спойлер. Типа, когда ты бьешься с обезьяной, а потом оказывается, что обезьяна повторяется, а потом, возможно, повторяется в двойном размере. Ну, типа, это не спойлер. Вообще нет. Фромы слишком любят такие. Ебать! Мы придумали такого охуительного босса. Давайте вставим его хотя бы 30 раз в игру. Ибо эта идея слишком хороша, чтобы использоваться единожды. Давайте сделаем как. Я сейчас отойду на одну минутку, а каждый из вас напишет своего любимого босса Секира. Нормальная тема? Мне кажется, да. Можно просто именами. Тогда спойлеров не будет, я все равно их по именам не знаю. Итак, любимого я хз, они все интересные, самого сложного могу назвать. Демон ненависти. Он жирный, 7 потов сойдет, пока убьешь. Генетира, пожалуй, любимый. Он весьма разнообразный. Иные версии Генетира, Бати и Исина. Короче, сложно, да, выбрать одного, судя по всему. Самый кайф завалить Генетира в начале игры, когда он руку рубит. Ну, не знаю, догадаешься ты сам или нет, я его не завалил. Так. В подвале водопад, судя по... А, нет, это пожар. Хей, звук был, как будто вода... Ой, бля... Где-то недалеко, да? А, да, недалеко был этот. Ну, типа, огромная локация не говорит о том, что сейчас не будет босса. Бабочек нет, никого нет. Молодой господин уже пытался снять ночных бабочек. Техника Марокко.
Тут пригодятся сюрикены. Он не знает. Кто Гендзюсу хлопками снимает? Госпожа бабочка? Я не знаю людей, которые могут убить Генетира на старте первого прохождения. Не знаю, какие-нибудь лютые эти рефлексионные ребята, которые максимально точно парируют. Тут же главное просто нажимать кнопку парирования вовремя. Не знаю, что насчет секиры, но самый грозный монстр в первом Сурдж — это Кудаликс. Пока холод на стриме не появился, куда? Пока холод на стриме не появился, куда Алекс только не ходил, все не мог найти выход. Да, самый грозный монстр в Сурдж — это куда нахуй идти, блядь. Чем ниже запас жизни, тем медленнее восстанавливается концентрация, и тем краснее шкала концентрации. Бою с врагами, у которых она восстанавливается слишком быстро, полезным снижающий запас жизни приемы типа контратака с уклонением. Уклонение. Контратака. Сейчас я чуть-чуть этот... восстановлю полоску здоровья, а то я чую, мне сейчас будет жопу рвать, будет вообще некогда. Ну смотри, если в соус-лайках от Фромов главным врагом является камера, потому что она, как правило, как залетит нахрен в жопу оператора, и ты ни хрена не видишь, то в играх Surge и Surge 2 главным врагом является карта. Ты как зайдешь, хуй пойми куда, и как не поймешь, куда тебе идти. Хоть стой, хоть падай. Так, знаешь, я смотрел обзор беса на Сюрдж. И он такой, в какой-то момент я заплутал, начал читать, как пройти, так вот, блядь, в гайдах написано: от вот того врага поверните вот туда, вот сюда, говорит, блядь, ну, типа, вы понимаете, что даже те, кто составляют гайды, хуй положили на попытку объяснить как-то это более вменяемо. А еще, говорит, типа, играешь в Сюрдж, играешь, такой классно, ну, типа, норм, вот, и это расчлененка, классно. И интересно части отрубать. И ты такой отошел, чай сделать, вернулся, такой: сука, куда я шел? И идешь не по новому шорткату, а по старому пути, просто потому что ты хотя бы его хоть как-то запомнил. Так что да, у Сюрджа главный враг — это камера. Ой, карта. Чую, мне сейчас пиздякать будут. Давай! Давай, старуха! Ой-ой-ой! Так, мой баланс она шатает куда как лучше. Блять, я даже не понимаю, в какой момент... в какой момент ее ногу блокировать надо. Ой-ой-ой! Прикольно, в блоке ты не можешь быстро двигаться, но в блоке быстро восстанавливается твой баланс. Ай-ай-ай, я, блядь, уперся в этот столб ссаный. Ай, старуха, не бей. Вот, 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 отошли. Бабка обычно просмотры набирает. Вот, блядь, кто о чем, а холод о бабках. Холоду лишь бы на бабах посмотреть, на первый этаж им заглянуть, там вот это вот все. Ай-яй. Ай-яй.
Так, тихо, тихо, давай, бабка. Пора этот, отъезжули. Ай! Что произошло-то? Понятно. У меня какая-то произошла. Ой, она сейчас, ой, она сейчас. Не, она просто отошла. Я думал, сейчас вби. Ну, класс. Бабуль, хватит стоять на воздухе. Это противоестественно. Давай. Ну тогда зовите всех, что тут бабка. Запарила она меня тушить. Ай! Такая музыка умиротворяющая, прикольно. Ну-ка, бабка. Бабка потушила Синоби Твайс. Я думал, как-то бой с бабкой будет более стремительный. Да ёп! Так. Это топор. Это огонь. Я тоже что-то сначала так подумал, но что-то пошло не так. Ну, к тому же... Ай-яй, вот это, конечно, встречать гостей. Ой, блядь. Во, как она после этого сразу отбивает? Бабуль, ну хватит. Еб, встать она втыкает-то нормально. Так хорошо начинал ту катку. Давай. Бабка меня тушит вообще наглухо. Минус самурай. Блин, ну она классная. Мне нравится. Правда, я действительно думал, что она будет... Ой, нет, только не старую устрицу нюхать. Все, Шиноби не пережил этого отравления. Идеть. Только бабка имеет право унижать нашего с... Сука, Синоби.
Ой. Бабка прямо с манускрипта ниндзя сбежала. Ай! Что-то я, да, проебал, что у меня здоровье-то упало. Ой, я не думал, что у нее еще в запасе удары. Да сколько у тебя там ударов-то подряд? Я уже этот... теряю концентрацию за одно комбо. Нет, нет, от этого явно надо было отпрыгивать. Опять... опять заставила устрицу нюхать. А смерти у боссов тоже распространяют это драконье поветрие. Невидимая помощь. Что дает невидимая помощь? Я не теряю монетки, вроде потерял. Да, блядь, надо было подпрыгивать. Что-то она мне за раз, походу, здоровье-то опрокинула, будь здоров. Еб встать, бабуль. Ты чё такая активная? Да. Что-то я теперь этот вообще не попадаю в ее тайминг. Музыка красивая в этом файте. Нормально она, конечно, сдриснула. Да ее ноги мне подстригло.
и снова дала отведать старческой устрицы. А зачем говорили про эти щелчки? Она будет нас еще и вводить в состояние гендзюцу. Да ёб, что с тобой не так? Ой, какой у нас немощный-то этот Синоби. Да и надо было перепрыгивать. Надо было прыгать. Что-то первый трай пока что оказался самым лучшим. Каждый раз я вспоминаю, что надо было прыгать после того, как она отрезала ноги нашему Синоби. Зачем здесь перед боссом еще один лучник? Чтобы энергии набрать, чтобы потом на лечилке было. Нет, нет, прыгать. Эх, сука.
Ну давай ты. Да, мой баланс-то на куда как быстрее расшатало. Да ёп! Это было тупо. Я зачем-то увернулся и начал блокировать. И она ему села на лицо в полете. Я однажды, блядь, запомню, что надо прыгать. То было плохо. А? Прыгнул, надо было только второй раз прыгнуть. Военно, не все макуная отбили. Ай! Надо было прыгать. Давай, бабуля. Дай уже хоть немного молодым синоби шанса. Да, блядь, я нажимал. Окно парирования тут, конечно, не щадящее. Давай! А ведь кто-то проходит подряд 7 последних игр Фрома без единого повреждения. Ну, не за один забег. Там очень легко потерять концентрацию, чтобы пройти в No Damage все игры подряд. Слушай, ну на самом деле, я бы мог сказать, что это не так сложно. Это на самом деле сложно, но просто прикол в том, что ты просто заучиваешь каждое движение. Вот она там типа начала шевелить левым ухом, и ты понимаешь, что она сейчас правой пяткой с разворота тебе в глаз садит. Все, ну типа, мне наоборот не нравится такое прохождение. Да, ребята, наверное, молодцы, но... Как бы, а чё в этом интересно, блядь? Ты просто заучил. Так, так, тихо, бабка, бабка. Да, блядь, я вообще не понимаю. Я нажимаю блокирование, в итоге только моя полоска страдает. Ну, точнее, парирование. Сука.
Будь как я, все, кто играет хуже, я кличу казуалами, все, кто играет лучше, задротами. Нет, все, кто лучше, читеры. Бабка, ай, обиделась, походу. Подошел такой подлый и по ноге резанул. Да не, я понимаю, если как бы речь идет про какие-нибудь сложные игры, а тут же, ну что, игры Фромов никогда таким не славились. Да блять. Почему только моя полоска страдает? У меня не сбалансированный Синоби. Он вечно пытается съебаться из своего баланса. О! О! Давай, давай. Газуй. Что, пошел пытаться пройти секира вперед меня? Я понял. Надо было на нее напасть в этом моменте. Ой, иди ты в жопу. Что не складывается у нас? Да я уворачивался. Она даже в увороте умудряется садиться на лицо. Так, и остался всего лишь щенком. Бабка жесткая. Ну что, Холод, уже пора дропать игру. Нет, 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 от этого надо было прыгать. Блять, она присела на лицо в уклонении.
Так, в общем, я предлагаю прерваться где-нибудь на часочек, пойду проветрюсь, то начинаю терять концентрацию. Все бы ничего, но здесь это губительно, это не Dark Souls, где все медленно и просто. Получается, не забудьте подписаться, дабы не пропустить. Всем спасибо за просмотр и до встречи в новых стримах.